Всем привет, уважаемые подписчики, с вами Чумной Доктор, и мы продолжаем творить добро. Следующая миссия, Серая Гавань. Походу, дело нашим эльфам самим нужно, союзникам самим нужна помощь, так что отправляемся на выручку. Нет, за зло мне все равно более нравится играть, чем за добро, если честно. Надеюсь, скоро побыстрее мы начнем за них играть. Что-то загрузка больно долгая. Эльфы живут сотни лет, но однажды приходит их час отправляться домой. В Серой Гавани их ожидают корабли, готовые уйти на заокраинный запад и увезти их на родину. Это известно и Саурону. Желая отомстить своим старинным врагам, он подговорил умбарских пиратов перекрыть выход из Серой Гавани. Сейчас будем флот строить. Глорфиндел, мы знали, что ты придешь! Умбарские пираты разорили нашу гавань и потопили корабли. Сейчас их флот стоит у входа в бухту и топит всех, кто пытается выйти в море. Ох, вернитесь в пещеры, братья! Скажите остальным, пусть будут готовы отбить врага! Назад, в горы! Эльфы Митлонда! Мы должны изгнать пиратов из наших вод! Впереди бой! Опа! Русские пираты... Нормально, тогда не... Кстати, вот это отличие от первой части, здесь появился флот. Сейчас с вами пообщаются. Это враги! Враг хочет отнять у нас ресурсы. Колебали не только эти мои ресурсы. Их не сдержать. Рабство страшнее смерти. Зараз все-таки уничтожим. Если бы побыстрее бегал, цены были бы не больше. Эльфы! Бою! Совсем рядом! Наши дома в опасности! Развинет тьма! Нет, рабочего дадут же, да? Всех убил. Наш край очищен от умбарской скверны! Да. Надо захватить пристань и построить собственный флот! Я буду сражаться за вас! Рабство страшнее смерти! Походу, дела нет. Дайте мне головы. Средиземье в опасности! Копейщиков нам дали, да? Нифига себе, там корабли можно делать. Миром, захвачен. Я строитель! Слушаю! Здорово, строитель! Обе верфи наши! Начнем с боевых кораблей! Я это главная сила нашего флота! Сюда! Я знаю! Впереди бой! Ой, да. Боевой корабль. И фишки, что малой корабль. Булевестник. Ладья. О! Началось. Работа закончена! Лето. Ну, потепление, лето тогда, неважно. Появились одаренные личности на своих тупорылых мотоциклах, блин. В Митланде строят чудесные корабли, но вы можете сделать их еще более совершенными. Два корабля, наверное, хватит или нет? 4, нихера себе, блин. Что, больше нет?
Пора за работу! Завершено! Ты сможешь пустить? Превосходно! Эти корабли дадут пиратам достойный отпор! Пираты ждут нас в открытом море! Так начнем же битву! Давайте, пожалуйста, гавань. Сейчас улучшение пускай будет до конца куплено. Так, здесь лучше, улучшение. Все, улучшены полностью. Айда. Бой! Как там эта игра называется? Где там корабли сажаются, типа World of Tanks, это там корабли. Не помню сейчас. Привычно у вас здесь оборотки, да? Мы улучшили казань. Нормально так, за мясорубка началась. На верфях Митланда построен буревестник. Этот зачарованный корабль таранит вражеское судно и взрывается, вызывая бурный водоворот. Постройте буревестник на верфи. Давай один создадим. Хера себе, один корабль остался в живых. Пошили знатно наш флот. Строительство завершено. Уже сейчас сюда по поводу. Где будем строить? Прекрасное место. Эти ворота смущают, как будто их сломать можно. Отправьте пиратов ко дну! Айда, буревестник, вперед. Торг растет. Вперед. Мне кажется, буревестников можно просто тупо понаделать, они сами там разберутся, кто виноват, а кто нет. Враг наступает. Ну давай. Начинаем строительство. Давай еще. Денежки не особо много осталось. Отправьте пиратов ко дну! Сколько у нас довольно интересно. Мы должны быть. О, красава. Блокада прорвана! Постройте ладьи, чтобы доставить наших воинов к пиратским верфям. Постройте ладьи! На них наши воины смогут пересечь морские просторы! Приближается враг! Мне кажется, флот наш все-таки должен быть больше. Мы улучшили казарм! Работа закончена! Ладьи построены! Прикажите воинам подняться на них! Мы бьем во имя жизни! Поторопитесь! Эльфы, к бою! Проверьте луки! Вот так и думал. Эльфы, будьте готовы! Нужны корабли другие. Штуку потопят. Мы улучшили плавильни.
гномов не уйти! Враг совсем рядом! Готов! Не останавливаться! Воюйте, ребята, воюйте! Херасик. Флот пиратов находится где-то на юге. Найдите его и захватите все верфи. Так, вперед, мой флот. Мы должны выстоять. Смотреть в оба. Выступаем. Чего такие медленные, кстати? Том-том, бомбадил, мы улучшили план. Ты его очень много знает. Топут лучше модуску уничтожь. Они снова атакуют! Когда ладья подойдет к берегу, выберите воинов, находящихся на ней. Тьма сгущается. Давай, ребята, я верю в вас. Плывите быстрее, чё вы? Меня разочаровываете, ладьи. Защитим наши леса. Смерть не страшна. Покончим с ним. Защитим наши леса. Земли в опасности. Слушайте, кто кого? А, все-таки второй на помощь прибыл. Постройка в наших руках. Второй, если на помощь прибыл, то уже победили. Обе верфи наши! Сражаться за вас! Аута и Ломы! Так, что дальше? Никто не сходит. Кстати, да. Морские волны принесли нам злую весть! Сюда идет вражеский флот! Опа! Я стою за правду! Идемте! О, вот и пиратики! Началась битва! Новая атака! Улучшаем войска! Ё-моё, там армия высадилась. Смерть не страшна. Вот, флот. Не медлите. Рушите стены. Не должны выстоять. Мечи готовы. Будем бдительны. Давай. Эльфы, к бою. Идемте. Все за мной. Не медлите. Так, пока все там, да? Смотреть в оба. Аута и Ломы. Сюда. Эльфы, к бою. Мы здесь уже. Айда. Води. С нами знаменосцы. Води, плывите туда. За эльфов Мидланда. Ждем врага. Готов. Они, блин, не смогут там сдержать всю эту толпу. Нужны герои. Смотреть в оба! Средиземье в опасности! Оружие в бою! Что у нас там дальше? О, уже можно солнце и... Будет. Здесь, все готовы к битве. Готов! Аута и Ломы. Корабли загружаемся. Будем бдительны. Нашим нужно подкрепление. Отступай. Средиземье в опасности. Готов! А, все-таки добили. Средиземье в опасности. Возьми свет! Подкрепу высаживай сюда быстро. Смотреть в оба. Тьма сгущается.
воинов делай. Не теряйте бдительность. Уже 5 левел, нифига не стреляли. Не мешайтесь, я сомневаюсь, что мы это бьемся во имя жизни. Мы сражаемся за Лори. Будет единственная волна, блин. Защитим нас. У нас просто войск нету, блин. Это им везет. Готов! Прилично так. Средиземье в опасности. Смерть не страшна. Мы сражаемся за Лориан. За мной, Лисфер. Будем бдительны. Аута и Ломы. Ну теперь, герои, раз здесь, можно идти воевать. Защитим наши леса. Да сгинет тьма. Пока еще держимся. Эльфы, будьте готовы, не отступайте. Мы будем стоять до последнего. Я стою за правду. 360, блин, прилично. Я покажу. Да что за хер, куда он там залез, блин? Пора идти. Первая атака успешная, я же сказал, что будет только первая волна. Не медлите. Защитим наш дом. О! Гномы помогут нам выстоять! Нам гномам нельзя без битв! Мы можем забыть, как топоры ковать! О, ошибись! Мы лучшие мастера! Вот они пришли на помощь! Сейчас разберемся! Ты сможешь вот здесь крепость построить? Надо найти место! Да! К бою готовы! Вперед! Тихо, тихо! Шевелитесь! У нас куча работы! Уже идем! Что строим? Свернуть знамя! Рой! Поднять знамя! Старый, бою! Это все сюда. Гномы, сюда! Гномы здесь будут стоять. Где враги? Где враг? Поехали! Остальные будут с другой стороны стоять. Так. Я жду приказа. Энты сюда, нам пожалуйста. Не нужны. Время стоит. Хорошо. Лорели тоже, в принципе. Кто прикажет? Не будем строить. Уже идет. Чертов воинов готов. Мы лучшие мастера. У нас самый лучший камень. Готов. Сейчас построим. Рабство страшнее смерти. Пора идти. Конечно, херово, что гномы вообще без брони. Просто так, блин. Звездные стрелы готовы. Денег немало на что, чтобы что-то им помочь, что-то сделать. Надо шаг нам делать. У нас куча работ. Рой, так сойдет. Я чего? Так. Уже идем. Я ужасно устал. Ну давай, стройте, стройте, деньги нужны, побольше. Чем больше, чем лучше. Ладно, это порядок. Эльфы, будьте готовы. Все готовы. Защитим наш дом. Эльфы, будьте готовы. Защитим наш дом. Вы готовы к битве? Или как насчет подраться? Так. Оружие к бою! Готово! У нас куча работ! Куча-то куча! Следующий поехал зайдет. Так, давай! Уже идем! Проверьте луки! Защитим наш дом! Все готовы к битве! Я буду сражаться за вас! К бою! Один со своими, один со своими. Все! В принципе, так. Своим.
сразу здесь интересно будет. Вижу врага! Валы было в прошлый раз! Опа, нихера у них что здесь приплыло. Стой. Пираты поливают наш флот огнем. Мы должны достойно ответить на эту угрозу. Стройте штурмовые корабли. Враг совсем рядом. Готовы, ребятушки? Не получится. Я буду сражаться за вас. Давай, давай, давай. Одна хрень выжила. Вы улучшили плавильник. Нет, но он будет вести, пожалуйста. Держитесь! Тревога! Это враги! Опа, нихера! Эльфы, будьте готовы! Эльфы, сюда! Целимся! На нас напали! Седатели! Давай. Защитим наши леса. Все готовы к битве. Че меня атакуют с тобой? Наши дома в опасности. Вы улучшили павильник. Во. Другое дело. Хотя где еще? Что строим? Средиземье в опасности! Фига себе, он так далеко стреляет, блин! Топоры! Сейчас тебе будет все в плизик. Будет забавно, если его что-нибудь уничтожить. А вот живучая тварь, а! Еще и пальнул напоследок. Мы сделали метрильную броню. Питатели! Летище готово. Мы готовы к битве. На месте? Все на месте. Тогда в бой. Че он там? Слышать такое от вас, почтенный гном. Но клянусь, мы выстоим в этой битве. Вижу, что малые правда. Остальные клинки готовы! Тьма сгущается. Они снова мы бьем свое имя жизнь. Теряйте бдительность. Я стою за правду. От гномов не уйти. Пары к бою! Лишь горстка смельчаков хранит побережье от черного прибоя. Он не стреляет, а вот стреляет. Будьте стойкими! Враг совсем рядом. Они атакуют наши дома. Катапульта разнесет все в пыль. Они долетают, что ли? Меня ждет смерть. Кого? Да сгинет. Ё-моё! Вперёд! Ну же! Победа!
Хвала великим Балар! Мы одержали верх в этой битве! Отважные воины повергли армию зла. Ну ладно, блин, как-то... Отбросив сомнения, гномы Синих Гор все же решили присоединиться к делу света. В разгар пира по случаю союза Арвен прибыла со своими друзьями-орлами. Что сказал, очень хорошая. Она принесла горькие вести из дальних земель. Огромное воинство из Долгулдора теснит эльфов, обитающих в Чернолесье, подданных короля Трандуила. Необходимо отправиться в долгий путь на восток, чтобы помочь им в этой безнадежной битве. Орлы согласились доставить воинов в земли лесных эльфов Трандуила и застать врага врасплох. Но они-то немного могут юнитов перенести, там по одному герою полетели. Нормально так, нормально. Ну что ж, спасибо всем тем, кто смотрел, всем пока, как-то... Конец какой-то неожиданный был, я думал, сейчас там придется весь флот еще топить и так далее. Сейчас надо просто юниты разнести, которые на пляж высадились. Увидимся в следующей серии, до скорого!